pills. I'm full of thrills. Only some pull up beats with the master pill. I stack the pills, stack the bills. Captain show, rap the deal. In fact, I feel on the pills. Ain't nothing gonna matter. А, привет! Мы сегодня прокачаем Пашин холодильник. Пойдемте за мной. Здравствуйте, меня зовут Паша. Я хочу, чтобы экзибит прокачал мой холодильник. Я хочу, чтобы он был не такой, как все. Мне надоело доставать пиво из однообразного белого холодильника. Я хочу, чтобы он был крутой. Смотрите, холодильник поступил уже к нам в гараж, мы его шпаклюем, полируем и шкурим. Скоро будет покраска. Я не знаю, я думаю, что Паша будет удивлен цветом нынешнего холодильника. Я думаю, я его покрашу черный и сделаю какую-нибудь аэрографию. И нанесу надпись на двери, пока эта надпись остается в секрете. Пусть для него будет это сюрприз. Здравствуйте, мы опять с вами, мы приступаем к покраске. Красим дверцу морозилки. Она лежит на стуле, не обратите внимания, но это дверца. Плавненько наносим черный цвет на пластик. Плавными движениями. Белый пластик покрывается черной краской. Паша будет в шоке. Ой, вот мы закончили покраску корпуса холодильника, нарисовали логотипы Burn, нарисовали человечка с Казантипа, Z17. Будь в курсе. Это нынешний логотип Казантипа. ДМВ. Спонсор нынешнего показа. Дверь пока не подцеплена, мы наносим трафарет. Трафарет наносит Николай. Очень аккуратно мы проклеиваем все буквы. Вот мы уже вырезали, сейчас будем приступать к покраске. Будем красить ярко-оранжевым цветом. Вот мы уже приступили к покраске. Как вы видите, мы уже покрасили практически все надписи. Наносим второй слой. Вот мы уже сняли трафарет, сейчас будем приступать к установке двери. Вот я машу, привет. Здравствуйте, я думаю, что мой холодильник будет не как все. Я думаю, будет очень отличаться от массы других холодильников, и на улице меня будут узнавать. Я думаю, что я буду популярен. Оу, ребята, вы что, глухие? Подъем. Оу, Паша пришел. Вставай, Коля. Привет, братуха. Привет. Пойдем, я тебе покажу твой холодильник. Оу, ребята, давайте покажите быстрее. Ты готов? Готов к шоку? Опачки! Воу! Пацаны, я в шоке! Ни хрена себе! Я такого не ожидал! Вы боги! Ну ни хрена себе, вы смогли! Вы меня удивили!
Я в шоке. Ух, ни хрена себе тут столько пива. Это все мне? Ну да. Я в шоке, пацаны, я кланяюсь в ноги, таю в реверансе. Казаньки, способ нынешнего пункта. Пацаны, вы тупо молодцы. Экзибит, Коля, Миша, всем спасибо. Я всех люблю. Ну ни хрена себе, теперь меня будут любить девчонки. Я буду за ними заезжать на этом холодильнике. Я в шоке. Мы поставили новые болты. Ну да, я заметил. Я в шоке. Вы молодцы. Воу. И поставили новую резинку, чтоб твоя ручка не била, не делала дырочки в корпусе. Вот, обрати внимание. Вот видишь пиво. А в морозилочке? А в морозилочке? Глянь, что в морозилочке. У-ху! ДМЗ и звезда. Оп, оп, а пацаны, а ты мы не на утро. Закрой. Закрываем. Резиночку поставишь специально, чтоб не хряпало. Обрати внимание, обрати. Гуана, ноутслип. Ляп. Заметь. И не оставлять мятин. Да, мы молодцы, мы смогли. Этот чувак похож на тебя, когда ты приедешь в Казань, типа. Все смеются, говорят мне на переводимом диалекте. Это я и Миша, это Миша и Коля, главный механик. Это Паша заказчик. Это Паша заказчик на фоне открытого холодильника. Он...